Друзья, посмотрите, какая красота. Кебабы из говядины с маринованным лучком и паста с соусом базилик. А запивать мы все это будем прекрасной немецкой водкой под названием Данска. Прелесть данной водочки состоит не только в отличном качестве напитка, но также, обратите внимание на тару, алюминиевый термос, который быстро охлаждается в холодильнике, долго держит холодную температуру и не бьется. Вы не представляете, какое у меня сейчас гастрономическое удовольствие. Люля бесподобная. Берем в кулинарии. Нужно просто поджарить на сковородке. Ну давайте еще по граммульке под этот чудный обед. Вкусняшка. Паста. Огонь. Друзья, всем позитива и благополучия.